Здесь и ранее останавливался городской транспорт, но негде было укрыться во время дождя. Предложение и просьбу сделать остановку станичники внесли на приеме главы города. Сергей Сергеев пообещал разобраться и решить этот вопрос. И решил. По поручению главы города выполнены работы по установке вот этого нового остановочного павильона. Работы выполнены с помощью наших предпринимателей, представителей общественности. Мы стремимся к тому, чтобы наш Анапский сельский округ был более привлекательным, был более благоустроенным. Новая остановка и выглядит симпатично. Кованые элементы, высокая платформа и сделана качественно. Рабочие уже завершили монтаж остановочного павильона. Все по правилам. Расписание движения, доска объявлений. Идут работы по благоустройству прилегающей территории. Спасибо огромное главе города Анапа Сергееву Сергею Павловичу и мэру станицы Анапской Гончарук Олегу Леонидовичу, что сделали такую замечательную остановку для людей. Быстро все сделали, все так это активно, участвовали все, и замы, и руководитель наш прям вот постоянно приезжал, постоянно контролировал, наблюдал. Мне это так понравилось. Огромная благодарность всем руководителям нашего города и станицы Анапской. И хочу обратиться к жителям станицы Анапской, ближайших улиц. Давайте мы будем поддерживать чистоту и порядок, чтобы наша станица становилась все краше и краше. Жители станицы отметили, для них это большой подарок к Новому году.